Всем привет, дорогие друзья! Сейчас отправимся обедать в прекрасный яблоневый сад. Да-да, вам не послышалось, именно в сад. Погода летом в Питере располагает, поэтому сядем на террасе и будем не только вкусно обедать, но и греться на солнышке. Ресторан «Сад» – это сплошное эстетическое удовольствие. Интерьер для сада придумывала дизайнер Анна Дружинина. Получилось элегантным, сдержанным и с намеком на сельскую роскошь. Деревянные балки под потолком, потертая кирпичная кладка на стенах, белые скатерти на круглых столах, витринные окна, хрустальная посуда. Главной особенностью ресторана стал красивый сад. Внутренний двор усадили яблонями, всюду расставили горшки с цветами, на одной из стен висят грабли, секаторы и прочий садовый инвентарь, а над столами развесили гирлянды лампочки. Жаль, что сад не успел зацвести в летнем сезоне. Спешите увидеть хотя бы ранней осенью. Главный повар ресторана ориентируется на продукты российских хозяйств. С ферм на кухню поставляют мясо, рыбу, овощи. В лаконичном меню на одну страницу современный комфорт-фуд. На закуску берите запеченную тыкву с чечевицей или баклажан с лабне и орехами. Картофельные клёцки с грибами или пирог со шпинатом. В разделе супов тортеллини в бульоне, щавелевые с фрикадельками и суп-пюре из корнеплодов. Ладожского судака шеф подает с сельдереевым пюре, кролика с мамалыгой, утку с клюквой и апельсиновой горчицей. Согласен. Ну что, я решила заказать томатный суп с трюфельной сметаной. И подаются к этому супу еще сухарики. Здесь вот зеленью посыпали. Пахнет просто обалденно. Ну что, давайте пробовать. Это так вкусно. В ресторане установлена дровяная печь. Оттуда же берутся фирменные лепешки, их подают на манер пиццы. Томатную с помидорами и сыром, грузинскую с сулугуни и трюфелем, зеленую с кабачками и сладко-острую с колпой и медом. Предложения по вину поделили на несколько разделов. Свежие, легкие и деликатные. Яркие, сочные и ароматные. Мощные, плотные и маслянистые. Винная карта получилась объемной, солидной и недешевой. Однозначно рекомендую это место. Ресторан с собственным яблоневым садом на Петроградской стороне. Белые скатерти, посуда в цветочек, камин с живым огнем. Все это напоминает старинную дачу в Комарово. Но что может быть лучше?